Они не понимают, говорит, но я, говорит, работаю не просто так с американскими компаниями, говорит. Там очень, очень жесткие законы, говорит, и там выживают только действительно проверенные сильные компании. Говорит, Да-да. так было всегда. Да-да-да. Говорит, конечно, говорю, поэтому говорю, я тоже работаю только с американскими компаниями. Даже не с канадскими. Даже не с канадскими, представляете? То есть я живу в Канаде, даже не с канадскими, а именно американскими. И не потому, что это там я обожаю американцев. Нет, абсолютно нет. Потому что это еще, компании, которые солидные. Знаешь, Борис, еще что говорят? Что? А сейчас Путин все перекроет кислород. Ой, да, это. Да, перекроет кислород. Американские компании здесь в России, они не, ну никак не будут продвигаться. Мы не сможем, или нас под суд, или значит мы в американской компании будем работать. Ну бред. Просто конечно. Да. Ты знаешь, Любовь, я на это отвечаю. Так надо скорее деньги зарабатывать, пока их не прикрыли. И быстрее. Да, правильно. Правильно. То есть, как это у человека забрать свободу его? Как это сказать человеку сегодня, в 21 веке, что вот ты не можешь вот это, вот это, вот это, будешь только вот это? То есть, я, например, когда такое слышу, я просто собираюсь и ухожу, и все. Не могу, все, могу. Удачи тебе. Ты не будешь, а я могу. Вы знаете, мне хотелось бы дать слово Александру Горскому, потому что он у нас очень отличается от всех нас, да, хотя он с опытом работы в сетевом бизнесе, но это еще и бизнесмен, да, причем успешный бизнесмен, у которого несколько бизнесов, и у него взгляд на этот бизнес совсем другой. Вот мне хотелось бы, чтобы Александр поделился своим видением. Да, я буду рад услышать почему, тоже. Да, почему надо, да, входить в эту компанию? Валя, как обычно, не оставляет мне выбора, поэтому я, конечно же, буду сейчас говорить. Спасибо, Валя, большое. Вот. Во-первых, очень интересно был задан вопрос по поводу сотрудничества с американцами. Как раз это был случай тоже со мной. Мы как-то говорили ночью с Валентиной и с Любой, и пришла информация, как же так, вы смеете, вы оружие оплачиваете нашими деньгами, оно потом стреляет в нас. Мой ответ очень прост на самом деле. Мудрые сказали в свое время давным-давно, что худой мир лучше самой доброй войны. Вот. И давайте все-таки быть послами мира и работать, и сотрудничать, и заниматься коммерцией, а не воевать. Поэтому, если мы будем воевать, не о чем разговаривать совершенно. Если мы не будем этого делать, то за нас будут воевать и говорить пушки. Поэтому, конечно, мы обязаны сотрудничать, общаться, встречаться, радоваться жизни и показывать, что есть другая жизнь совершенно, а не то, что говорят какие-то люди, что надо воевать, надо запечататься полностью, надо абстрагироваться полностью, забыть о таких странах, потому что они там все поголовные преступники. Это бред самый настоящий. Поэтому, конечно же, надо общаться. И люди начинают понимать, ну, многие не могут пока говорить, потому что действительно работает пропаганда очень мощно. Вот. И все равно, ну, все равно ростки зеленые появляются, потому что стало, ну, все-таки становится спокойнее в мире. Это вот радует очень. Так что воспринимать надо себя как послами мира, это здорово, это реально, это на самом деле так.